Я ничего особо не ожидал от операции, ну то есть каких-то не думал, как конкретно это будет происходить, точнее у меня были ожидания, что это будет происходить как-то, ну типа не очень напряжно, вот. Однако, ну и соответственно перед самой операцией не очень-то даже волновался, спокойно себя чувствовал, вот. Ну во время самой операции у меня было впечатление, что меня похитили инопланетяне и они ставят надо мной какие-то эксперименты. Но это было достаточно даже интересно, то есть, ну, так, необычный опыт. Вот. Ну, я бы не сказал, что это было приятное время самой операции. Ну, терпимо. Я не могу сказать, что я прям очень сильно страдал, но какой-то стресс от этого был. Вот. После самой операции где-то часа полтора было неприятное ощущение в глазах, такое ощущение, как будто что-то среднее между болью и как будто острая еда, вот поесть острой еды, вот что-то такое. Потом это прошло, и, в принципе, остаток дня комфортно было лежать, там, с кем-нибудь разговаривать или слушать там аудиокниги. Вот, то есть, ну, восстанавливался. И вот. И в целом впечатления позитивные, еще прошло только немного времени после самой операции, вот, но в принципе довольно даже еще трудно, как это сказать, трудно представить, что уже это все произошло, и я действительно без очков или без линз вижу очень все хорошо. Ну, вот это классное ощущение, мне еще предстоит его осознать до конца. Вот. В целом я бы, наверное, хотел, чтобы чуть-чуть больше во время подготовки к операции, чтобы мне больше рассказали детали, что будет конкретно происходить. И, ну, как бы больше, чтобы не я спрашивал, а больше мне рассказывали. Вот такое, наверное. Вот. Но в целом, в позитивное очень было ко мне отношение. Я не чувствовал, что я на каком-то жестком конвейере, да, такого не было.